По просьбе подписчиков я приехала на Караслю. На вот такой вот интересный объект, который давно строился. Завершили, сдали уже на эксплуатацию, как я поняла. Но, знаете, очень красиво, такие узенькие. Сколько тут этажей? Сейчас я не знаю, но где-то, наверное, 14. Очень красиво, светло, очень красиво. Также хочу поблагодарить моих зрителей, которые поддерживают меня не только лайками и просмотрами, но также и финансово, делают донаты. Это очень приятно, когда ты видишь результат своих трудов. Большое вам спасибо. Я это очень ценю. И благодаря вам, я надеюсь, буду развиваться еще и дальше и стараться снимать более интересные и качественные видео. Спасибо большое. Итак, у меня тут живут родственники. По их словам, дома принадлежат Министерству внутренних дел, так же, как и на Сергелях. Дома заселены в основном, по их словам, точно не знаю, сотрудниками Министерства внутренних дел. Место очень красивое, очень аккуратное. Ну, как известно, сейчас в тренде серый цвет. Его у нас очень сильно полюбили. Что еще радует? Радует то, что все-таки люди, да, милиционеры, сотрудники Министерства внутренних дел. Я думаю, что у них работа не такая уж и легкая. Я думаю, что они заслуживают жилья, как и раньше в советское время выдавались бесплатно жилье для сотрудников, например, раньше были заводы. Вот сотрудникам заводы выделяли квартиры, строились комплексы. К сожалению, на данный момент у нас заводов как таковых, которые могли бы себе позволить жилые комплексы для своих сотрудников, нету. Но вот если это правда, если это является, если вот эти вот здания принадлежат Министерству внутренних дел, то это просто прекрасно, потому что все-таки люди стараются, будут развиваться. Может быть, это жилье не полностью выдается бесплатно, но на выгодных и льготных условиях. Так. Место называется Авайхон. Очень такое, знаете, аккуратное, красивое место. Так, я спросила у жительницы. Так, по ее словам, да, эти дома принадлежат Мили Саляя, как она сказала.
Но там они бесплатные, но на льготных условиях. Радует, что есть балконы, очень красивый дизайн. Они повторяются. Качественно сделано, намного более качественно, чем на Сергелях. Что я еще заметила, Остин устанавливает, по-моему, лифты. Так, балконы не маленькие. Я думаю, и квартиры сами по себе не совсем маленькие. Очень приятное такое место, такой комплекс специальный для такого узкого круга, в профессиональном плане узкого круга людей. И что я еще заметила? Асфальт просто идеально выложенный асфальт, он гладкий. Смотрите, особенно вот по бордюрам можно заметить, насколько он качественно сделан. Вот на метро, что я видела на метро в Сергелях, вот такие вот углы, они не были заделаны, они были, так и оставались. И в некоторых местах из-за этого бордюры скалывались, отходили от основания и лежали в отдельности. А здесь все аккуратно и по правилам сделано. Мне это очень понравилось, очень красивое место. Так. Сейчас попробую снимать в подъезде. Так. Лифт новый. К сожалению, все это уходит. Смотрите, как расположено все. Интересно. Тут, по-моему, 4 квартиры. И лестничный пролет отдельно. Вот это вот вообще интересно. Такого я не знаю. Итак, дома у нас 16-этажные. Да, контроль, конечно, не особо, как я поняла. Смотрите, вот такие вот таблички, очень аккуратные. Во, вот это вот совершенно новое что-то. Тут дорожка беговая, прижизненная. Приятно ходить, она пружинит прям под ногой. Пружинит вот эта вот дорожка. Ну да, условия, конечно, сделали по максимуму, но, к сожалению, не вижу площадки для детей пока что. Будет. Мне не понравилось, что вот в таком красивом доме разрешили вывешивать белье. Ну, наверное, контроль за этим будет, потому что все-таки дорога непростая у нас тут, по-моему, контролируется издавна. Просто люди не имеют представления, что можно, что нельзя. Они, скорее всего, все это исправят. А так, место очень красиво получилось. Сейчас приближусь и посмотрю, как я поняла, это у нас старый советский стиль для домов. Это у нас плитка, представляете? Вечно свежая, вечно новая плитка. Вернулись к старому забытому. Кстати, очень красиво получилось. Вот это вот все покрытие, это плитка. Сейчас я вам покажу. На солнце это блестит.
Это кафель, который вечен. Если не отколется, то он всегда будет таким свежим. Да, комплекс большой, очень большой. Квартира, потолки высокие, по-моему. Балкончики не у всех. Так, место для кондиционера, вот это вот решетки специально сделали, чтобы как бы камуфлировать кондиционер. Так, поищу-ка я площадку. Да, площадочка есть. Ну вот вид балконов, конечно, удручающий. Ну, не для узбеков. Открытые балконы, когда все, весь мусор, весь недостаток наружу выставляется на показ. Корпача, корпача, там паласы. Короче, не очень в этом плане. Мне это не понравилось. Да. Ну, в принципе, что им делать, если балкон, то им пользоваться надо, естественно. У них тут свой макро маленький. Так, площадочка совсем крохотная. Да. Я бы хотела жить в таком месте. Площадка детская. Так, подъезды. Не знаю, как выглядит, но сразу лифт здесь. Здесь у нас уже 9-этажки. Ну вот классно придумали, что вернулись к старому забытому покрытию кафелем. Это классно. Вот такой дом, просто обилие решеток. Вот этот вот именно получился. Еще один момент. Я поняла, что тут почти стопроцентная заселяемость тут из других областей, потому что слышу разные диалекты и ни разу не слышала ташкентский. Так что здесь в основном живут, наверное, сотрудники МВД из разных регионов. Так что место такое, знаете, ничего, нормально получилось. Мне особенно понравилось то, что это кафель долговечен. Вот смотрите, какой красивый вид открывается отсюда. Очень красивый вид. Такая вот частичка за границей у нас тут получается. Европа такое светленькое, все чистенько, аккуратно. В корне отличается от той архитектуры, которую у нас сейчас делают. Она абсолютно другая. Интересное место, мне понравилось. Крыши такие аккуратные, с решетками. Аккуратное, красивое место. Детворы очень много, поэтому шумновато здесь. Обратите ваше внимание на качество асфальта. Асфальт тут просто шикарный. Он гладкий. Вот здесь немножко подкачали, а так в основном он такой гладкий. Прям ни к чему не придраться.
Сейчас в основном выкладывают цемент, цементные дорожки. А вот здесь вот асфальт, но он такой гладкий, ровный. Очень качественно все сделано. Мне понравилось тут. Очень хорошее место. Так. Единственное, что кажется, никто тут не убирается. Вы смотрите, подъезды обклеены уже объявления. Грязненько, нечистое. Но это, наверное, со временем все исправят, потому что очень мало заселенных квартир. Красивое место, мне понравилось. Здесь в середине строится еще один комплекс, несколько комплексов, то есть. И план вот такой вот, очень красивый получится, даже есть площадки для футбола, для волейбола, озелененное все тут, очень красиво. Смотрите, как обустройство, конечно, на высоте. Если вот реальность будет соответствовать картинке, это будет классно, очень красиво.